Трейлер Аватара вышел нового. Бля, я даже не знаю, смотрели ли на самом деле его. Как-то похуй на Аватар. Не фанат на самом деле этого кинца, несмотря на его невероятный успех первой части. Я не проникся. Не проникся, честно скажу. Там еще про любовь ебучую, блядь. А любовь она для долбоебов, блядь. По себе знаю. Этим декабрем. Банальный сюжет с красивой картинкой. Ну вот, слушай, такое можно про много что сказать. Типа банальный сюжет. Аватар 2 «Путь воды». Ладно, никого не будем, наверное, обманывать. Я думаю, что большинство посмотрят. Так что... посмотрят, наверное, просто даже ради того, чтобы понять, хуйня или нет. Знаете, есть некоторые фильмы или сериалы, которые вы смотрите, как бы вас не интересуют, по сути, но вы смотрите, чтобы быть в курсе. Просто хуйня, не хуйня. Вода, земля, огонь, воздух. Так начиналась история Аватара.